призывают к миру, продолжая терроризировать и убивать мирных жителей. Вчера российская армия нанесла жестокий удар по Харькову. Посреди дня в гипермаркет «Эпицентр» попало 2 российских КАБа. Среди белого дня в субботу гипермаркет был заполнен людьми. Но россиян это не остановило. Начался масштабный пожар, который охватил 15 тысяч квадратных метров. Пожар тушили более 16 часов и до сих пор ищут тела погибших. Россияне же еще вчера отчитались, что якобы уничтожили склад ВСУ. И на видео якобы слышно детонацию боеприпасов. А идиоты, которые просто поверили словам властей, даже не додумались, что это горят строительные материалы. В сети появились видео с камеры наблюдения, где видно, как ракета прилетела просто в обычный зал с продавцами. Посчитайте, сколько танков вы увидели на этом видео. По последним данным, более 10 человек погибли, раненых больше 40. И до сих пор множество людей числятся пропавшими без вести. Вот, к примеру, 8-летний мальчик, отец которого работал продавцом в гипермаркете. Теперь ему приходится сдавать тест ДНК, чтобы среди руин и углей могли опознать его папу. Русский мир не несет ничего, кроме смерти, страданий и горя.